Да. Ну и нервишки у вас. Где работаете? В мебельном. Продавцом. На дефиците. Берете? Беру, конечно. Ясно. Отсюда и нервное расстройство. Запрещаю. Категорически. Товарищ продавец, да? Устройте мне импортную софу. Я вам буду очень благодарна. И мне? Пожалуйста. Ну, товарищи, ну не надо вот этой мимики. Не надо. Софа есть, импортная. Вот она. Вот? Да, только одна. Кто из вас первый? Я. Ну вот. Так и пишут. Ой, я прямо и не знаю, как мне вас поблагодарить-то. Никак. Ну, спасибо вам большое, спасибо. А мне? А вам, извините, нет. Была только одна. Гражданка! Что это? Взятка? Мне? Это не мои деньги. Ой, может быть, я обронила просто случайно. Так вот, в следующий раз роняйте свои деньги на пол, а не в карман. Частному работнику советской торговли. Рябцев, к телефону! Рябцев служить? Коля, это я, жена твоя. А? Коль, к нам сегодня твой брат приезжает. Так ты не забудь купить вино и закуски. Интересно, да какие шиши, милые? Так я тебе сегодня специально 10 рублей в пиджак положила. Коль, ты слышишь, поройся у себя. Коль, ну ты что молчишь-то? Гражданочка, да? погодите, десяточка моя оказалась. Ошибочка вышла. Вы же извините, ради бога, моя десяточка. А я-то с дуру деньги в серый пиджак положила. Осторожнее. Гражданка, да? Возьмите свою десятку. Возьмите десятку. Возьмите свою десятку. Да вы что, нахал, несите, мне надо уметь. Несите. Ну как? Чего как? Насчет Софы договорились? Какая Софа? Слушай, вали отсюда! Хорошенькое дело, я ж тебе 10 рублей дал, а ты мне вали. Гражданка! Что? Верните десятку. Что такое? Одного типа надо в милицию. Что? Одного типа надо в милицию. Что это такое? Преступника! Да отстань, ты несите! Преступника! Да подавись ты ею, жулик! Да отстань! Не трожь Софу! Не дам! Найду мерзавца! Убью! Коля! Убью! Возьми эту десятку! Да мне нельзя! Я ж на лечении, ребята! Возьми! Доктор! Здравствуйте! Слушайте, я к вам. Вы мне софу импортную не устроите? Я в долгу не останусь. Сделаем.